такая? Я твоя новая мама, Гвен. Я тебя удочерила. Удочерили меня? Да кто вас просил? Немедленно выпустите меня отсюда! Сюрприз? Приветики. Это кто такая? Как ты разговариваешь с нашей новой дочерью? Вообще-то, это наша новая дочь! Если хотите, я могу уйти. Ничего не понимаю. Ты же сама говорила, что хочешь еще одного ребенка. Да, и я его нашла. Тебя же не допросишься. Может, мне и правда уйти? Ой, все, только не начинай. Это я еще не начинала. А ты абсолютно никогда не слушаешь. Да уж, веселая семейка. Сестричка приехала! Стоп, две сестрички? Ура! Две сестрички приехали! Еще и торт привезли! А чего стоите? Пошлите чай с тортиком пить! Потом поговорим. Где твоя ненаглядная Гвен? Скоро придет. Да. Пошла руки мыть. Угу. А вот и я. Вот это да! Вот это круто! Мы не можем ее оставить. Ты посмотри, что она творяет. Ух! Вот это вкуснотища! А вы чего не едите? Да нет, нет, спасибо. Но это очень мило с твоей стороны. Да где ж ты взялась такая хорошая? Аж хочется бросить в тебе яблоко. Гвен, успокойся, не надо. А Гвен права. Что? А ты расскажи о себе. Это же так интересно. Я же о вас вообще ничего не знаю. Ты посмотри на них. Они же просто-напросто не уживутся вместе. Давай просто попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Тем более дети — это же самое настоящее счастье. Да не хочу я твой торт! Мия, а почему бы тебе не пойти и не показать девочкам их комнату? Хорошо, мам, пойдемте. Какой кошмар! Какая прелесть! Нет, я не могу тут жить! В аэропорт! В аэропорт! Ну чего ты? Можете сделать тут все под себя. Ну ладно, может, ты права? Поможешь? Ясно. Ну что ж, приступим. Так, это мне не надо. Это тоже не надо. И это. Ну, пожалуйста. А мне это все пригодится. Вот и живи в своих розовых соплях, а у меня будет стильная и крутая обстановка. Слушай, делай это на своей половине! Ну почему ты такая злюка? Неужели тебе совсем не хочется немного разбавить краски? Слушай, дорогуша, у меня уже есть краски, которые мне нравятся. Ничего мне не надо разбавлять. Готово? Да уж, такое ощущение, что тут стошнила инопланетянина. Нет, ты просто ничего не понимаешь, брат эстетики. Брат что? Неважно. Забери это от меня! Да уж, кажется, нам будет весело. Ну что, встречайте мамочку! Эй, соплям, дай пройди! Ты ее не слушай, она на самом деле не такая злая. Хочешь кексик? Бен, ты не думаешь, что в первый день в школе нужно быть немного дружелюбнее? Ребята тут кажутся милыми. Ну здорово, неудачницы. Приветик, хотите кекс? Давай. Ты кого тут неудачницами назвала? Класс. А ты что, глухая? А я вот не могу понять, ты чё такая дерзкая, а? Слышь, а ты чё так разговариваешь?
Как хочу, так и разговариваю. Девочки, девочки, а не хотите кексик? Да, отвалите со своими кексиками! Слышь, не повторяй за мной! Это ты не повторяй за мной! Слышь, а ты мне нравишься. Слышь, а ты мне тоже. Ты мне кого-то напоминаешь. Слушай, а может пойдем? Покошмарим младшеклассника. С удовольствием. Нэй! Ты идешь или нет? Да-да-да, уже бегу! А как же я? О, какая она красивая! Нужно с ней познакомиться. А может, еще не время? Блин, я так стесняюсь. Ну вот, теперь ни с кем не познакомлюсь. Я так хотела завести новых друзей. Блин, походу, сейчас не время, она такая грустная. Ой, прости, я тебя не заметила. Да ладно, меня в этой школе уже 9 лет никто не замечает. Я Дина. Я Зак. Приятно. Очень приятно с тобой познакомиться. Ого, круто! А где ты этому научилась? Гвен показала. Она вообще много чего интересного знает. Ну, например? Ну, например, как с помощью горелки сделать крышку. Сегодня вечером на тебе попробуем. Вы что творите? А ты еще кто такая? О, это ж та самая сестра Гвен. Точно, мы о тебе слышали. Зануда. Нельзя рисовать на стенах школы. Вдруг кто-то увидит. А тебе-то какое дело? Вы же друзья моей сестры. Если проблемы будут у вас, проблемы будут и у нее. Мала, отойди, ты не видишь, мы развлекаемся. Нет, никуда я не уйду. Нет, значит, да? Ну, тогда ты сама напросилась. Да как вы? Да я же... Ой, ты же что, мямля? Ну, увидим. Кажется, кто-то идет, бежим отсюда. Ну, черт. Ну что, рассказывайте, как первый день в школе? Чего, Ля? Я познакомилась с такими опасными ребятами! Недавно они обворовали учителя математики и на эти деньги устроили тусовку в школе! А учитель что? То, что он тусовался вместе с ними, это была просто такая опасная тусовка, были все! Ясненько. Ну, кстати, у меня теперь есть видео про экзамен директора. Не стоит. Ты прав, я буду хранить его, чтобы, если что, можно было шантажировать. Дина, а ты чего такая грустная? Да-да, расскажи, как твой день. Ну, я... Рассказывай со мной свой день по школе, как ненормально. Ясно. Мия, а как твой день? Слушай, а мне уже она начинает нравиться. Тиночка тоже. Кажется, очень милая. Приятно. Ну все, мне пора бежать. А куда это ты собралась? Со своими друзьями гулять до вечера. Я нормально. Да уж, я должна знать обо всех тусовках. Я, наверное, тоже пойду. Тоже с друзьями. Тиночка, а ты, может, пойдешь тоже с друзьями погуляешь? Я же говорю, она милая. Йоу, привет, малая. Прыгай. Что? Маляв имеет такие крутые друзья? Ну чё, погнали покатаемся, кого-нибудь покошмарим. Это же тот самый Тайлер. Я его в клубе видела 1000 раз, но так и не решилась подойти познакомиться. Только чур не как в прошлый раз, а то пробежки от полиции больше не мой любимый спорт. Окей. Попалась! Гвен, ты что тут делаешь? Интересно, что скажет мама, когда узнает про твоих друзей и чем вы тут занимаетесь? Что? Ты о чем? Я сама
меня с собой, я ей ничего не скажу. А мама знает всех моих друзей. Вы про миссис Китти отпадная женщина. Да. Кстати, а когда ты позовешь ее опять с нами тусоваться? Подождите. А вы что, не знакомились с моей старшей сестрой Гвен? А это та, про которую ты говорила? Ну, которая кексы печет. Да чтоб я еще что-то пекла. Да никогда в жизни. Не, то Тина. А это Гвен. Хватит на нее места? Я думаю, да. Ну, конечно, хватит, да, Тайлер? Ну, что стоите? Погнали тусить! Ну, вот и все. Семейный портрет готов. Пойду покажу маме. Тина, привет, это я! Сон, ты что там делаешь? Да я просто... Просто что? Маньяк? Убийца? И то, и другое? Да нет, конечно. Ты что такое говоришь? Тогда зачем ты сюда пришел? Или приполз? Как ты вообще это сделал? Да, не важно. Я пришел, чтобы позвать тебя на свидание. На свидание? Почему ты просто не позвонил или не написал? У меня телефона нет. Мама говорит, что он отравляет мозг и съедает психику. Да уж. Вот еще что. Вот, это тебе. Вау, спасибо. Ты милый, Зак. Я милый? Да ладно тебе, прекрати. Оказывается, мама была права. Ну так что, пойдем? Пойдем. Ты куда? Стой! Я второй раз не полезу. Давай лучше через дверь. Да ладно, идем. Что такое? Чем устали? Кажется, я нашла нам место для отпадной тусы. Где? Да вот же. А чей это дом? Да не знаю, зайдем увидим. Посмотрим семейные фотографии. Мне как-то не по себе. Вы что, с трусами? Да просто это как-то странно. Ой, да все с вами ясно, мямли. Эй, чё? Это кто мямля? Я не мямля. И я не мямля. И я. Вот это я понимаю, Дамина. Ну что, идем? Сука! А вы еще не хотели идти? Это даже не как, и откуда я буду вообще? Как-то не по себе тусоваться в чужом доме. Ой, да что ты ноешь? Эй, ребята, может, поможем мне развеселиться? Да, со мной все нормально. Не надо мне помогать. Нет. Я же вижу, что тебе не весело. У меня есть идея. Квен, ты что задумала? В любом случае, подумай обратно. Не надо со мной ничего делать. Да, ну иди сюда. Да отстань от меня, сумасшедшая! Да я не сумасшедшая! Я просто хочу, чтобы ты веселила! Мне и парни всего веселила! Эй, что стоите? Помогайте! Процедуру? Что здесь происходит? Вы кто такие? Убирайтесь, это немедленно! А то я сейчас полицию вызову! Да, месяц только начался, а у меня уже проблемы с полицией. Мне такого не надо. Я говорю, убирайтесь! Что делать? Хватай! Да не меня же, дурень, не ее хватай! Не переживай так, ты ей понравишься. Ну, это как-то все так
мне так неловко. Это так все спонтанно, надо было хоть какие-то гостинцы взять. Да не выдумывай ты. Мам! Мама! Это так странно. Обычно она меня встречает с распростертыми объятиями и помогает распутать шнурочки. Миленько. Что это за звуки? Наверное, это мой животик. Я уже не кушал 2 часа, а мама говорит, это вредно. Да нет же, будто снизу. Снизу? Ну да, будто с подвала. С подвала? Не знаю, что там. Так пошли посмотрим. Ну не знаю, я без мамы никогда в подвал не ходил. Не выдумывай, идем. Мама! Квен? Тима? Зак? Я Зак, да, а ты кто такая? Да не важно. Что вы сделали с моей мамой? Зак, эти люди пробрались на дом, потом связали меня и закрыли в этом подвале. Мамочка, не переживай, я уверен, это какое-то недоразумение. Какое еще недоразумение? Эти люди, они извини. Не говори так, это семья Тины, а значит, они хорошие. Ничего себе, Ванька, Зак и так может. Что еще за Тина? Это та самая Диночка, о которой ты мне так много рассказывал, да? Да, поэтому не надо плохо говорить о ее сестрах. Я уверен, они просто испугались и наделали глупости. Глупости? А если бы я нагибла? Отберем ли скотча? Я не могу, у меня все трясет. Мама, не переживай. Сделай дыхательные практики, как ты меня учила. Нет! Это же просто какой-то беспредел, кошмар, ужас! Идем, я заварю тебе ромашковый чайник. Нормально у тебя такой ухаживал, а где ты его откопала? Дома поговорим. Ух, вот это приключение. Ну что, чем займемся, куда пойдем? В дом! Ну ладно. Тина, может, хоть ты хочешь подусить? Я? Подусить? Ты что, с ума сошла? Да, что-то я погорячилась. Ну блин, а что теперь делать? О! А, это ты? Привет, снова. Ну здорово, спасибо, что отмазал. Ну, если ты пришел брать деньги за разбитые бокалы, то у меня ничего нет. Какие разбитые бокалы? А, нет? Так ничего. А так что ты хотел? Вот. Можешь это, пожалуйста, Тине передать? Какая милота, меня сейчас тошнит. Так передашь? Да передам, я передам. Иди уже давай, а? Спасибо, спасибо тебе огромное. Вот зануда. Алло? Да ты что, Тану? А он ей? Она его, а? Он дарит ей подарок? Вот козел, вот стерва. На этот раз к тебе это не сойдет. Блин, еще и такое красивое, как назло. Ну ничего, посмотрим, как тебе понравится, Гвен. Готово. Будешь знать, как уходить чужих парней. А чего на меня все так пялятся, как будто в первый раз в жизни видят? Ну, привет. Здорово. Здорово. А чего на меня все так пялятся? У меня что-то на лице? Зуба? А? Да, вроде нет. О? Ты серьезно сейчас спрашиваешь? Ну да, я ж только поела. Да вся школа гудит о том, как ты пробралась в чужую хату, организовала там тусу, а потом связала... Можешь не продолжать, я знаю, что было дальше. А, это мы хотели предложить все вместе какую-то тусичку организовать. Привет, Гвен. Слушай, прекрасно потусили, да? Да, особенно когда вы меня кинули с малявкой Мии и мисс Элис. Ого, вы с ней успели познакомиться? Да, оказалось, что это мама Зака, и он нас отмазал. Ванька, Зак? Вот это дела! Ну так что вы хотели? Хотели позвать на тусу, а точнее помочь организовать. Тайлер, а ты там будешь? Ну конечно! Ну тогда я за. Мы вообще-то первые предложили. Ой, сори, забыла. Простите, я буду помогать Ирине тут. Хотя,
Что? Есть идея. А если мы объединим две тусовки и сделаем одно большое пати? А так можно? Ну, конечно. Это будет просто... Просто! А, офигенно! Точно, спасибо! Ач! Ты что тут делаешь? Живу. А ты? Зачем ты сюда притащила? Похвастаться? Поздравляю! Ты что, прикалываешься? Это тебе твой воздыхатель принес. Да знаю я! Видела, как он тебе принес! Мне? Тебе, кому же еще? Ты что, с ума сошла? Это он просил тебе его передать. Мне? Ну да, а я забыла его на входе и вот принесла. Вот черт! Я вот тебя не понимаю. Ты думала, что подарок мой тебе не нравится? Узнала, что он твой тоже не нравится. Ты определись? Да я очень рада и мне очень приятно. Но только вот... Да уж, у твоего Зака точно вкуса нет. Да нет же, я это сама сделала. Вот теперь я тем более ничего не понимаю. Но я подумала, что он хочет подарить этот подарок тебе. Разозлилась и порезала его. Ой, вот ты и дурочка. Ой, там еще записка какая-то. Дорогая, неотразимая, многоуважаемая, великолепная. Так, это можно пропустить. Тина, это платье для тебя. Вместе с ним приглашаю тебя завтра на свидание в 6. Приходи в нем. Ой, я даже не знаю, что смешнее. Многоуважаемая или то, что тебе придется идти на свиданку в этом? Блин, может я успею все исправить? Какой час? Без 10:06. А, черт! Ну и умора. Кстати, у меня сегодня вечер тусовка, да. Приходите. Привет, Зак. Тина, привет. А что с твоим платьем? Моль погрызла. Моль? Мама говорила мне опасаться насекомых, а то они залезут мне в ушки и съедят мои мозги. Это вряд ли. Да. А как у тебя дела? Ну, нормально. Вчера вот на гимнастику ходил. Правда, я забыл штанишки, пришлось заниматься в колготках. Даже я уже колготки не ношу. Что-то сказала? Нет, ничего. Ой, я такая голодная, ужас. Ай! Что такое? Тебе не нравится это кафе? Давай в другое место пойдем. Да нет, все нормально. Да, неважно, показалось, наверное. Ну и умора. Ау! Какое? Ты тоже что-то почувствовал? Ты что-то прилетело, да? Ну нет. Кажется, на нас нападают. Зак, успокойся. Чего ты там сидишь? Прячься скорее. Мия? Эй, я тебя видел. С кем ты разговариваешь? С тараканами? Ты что? Еще и тараканы есть. Ай-яй-яй! Мне кажется, у меня сотрясение мозга. Так с кем ты разговаривал? Мия, выходи, я все равно тебя видел! А так весело было наблюдать на то, как вы дергаетесь. Мия, ты что тут делаешь? Мне не с кем гулять. Гвен и остальные друзья занимаются организацией туз. Ну, как обычно. Когда это уже надоест? Туса? А это что-то из физики? Так а вы пойдете? Нет, конечно. Да чего? Там будет весело. Друзья, музыка и все такое. Нет, мы с Заком такое не ходим, да? Ну, мне вообще интересно посмотреть, что это такое. Ни разу такого не видел. Разве что... Что? Один раз мама водила меня в кафе, а там люди в костюме зверушек пели песню. Мир прекрасен, спору нет. Ну и в чем же тут секрет? Ясно. Идем тусоваться. Это тебе явно не помешает. Ура! Пусти! Идем! Что-то мне уже не хочется. Да чего ты? Это больше похоже на дом для экспериментов, чем на вечеринку. Да ладно, идем. Будет круто.
наверное. Конечно, будет круто! У Гвен самые топовые вечеринки. Боюсь уже представить, что это значит. Ну что, идем? Да, не туда! Сюда! Чего сразу зануду? Здорово! Проходите, тут очень весело! Гранж! Гранж что? Гранж! Это типа такой современный стиль. А, ну да, типа того. Не такой уж и зануда. Тихо! Знакомься! Это мои друзья Гарри и Тайлер. Привет, я Дина. Приятно познакомиться. Вау, ты на платье где копала? А, да, эксклюзив. Такое есть только в одном экземпляре. Как его? Гараж! Гранж! Гранж, точно! А ты прикольная. Чего ты раньше не встречал? Да я просто обычно сижу в библиотеке. Обычно она тусуется в клубах. Но сегодня решила попробовать домашние вечеринки. Ну да, я такая. Не знаю, кажется, Гвен его куда-то повела. Странно. Пойду поищу их. Гвен? Ой, ты тут? Что здесь происходит? Слушай, а не такой уж и скучный, оказывается. Да как ты можешь? Ой, да чего ты психуешь? Мы же тусуемся, это обычное дело. Тусуетесь? И как часто ты так тусуешься? Ой, да что ты такого? А ты еще молчишь? Ты что, совсем обменел? Эй, ты не слышишь? Ой, походу ему понравилось. Какая же ты... Какая же... Ну-ну, давай, говори, какая. Ну все, тебе конец. Ой-ой-ой, напугала. Ты куда? Что ты задумала? Дина! Как дела с учебой? В школе? Отлично! Ну вот и здорово, ты у нас такая молодец. Дома никаких проблем в школе не было? Ой, конечно, у меня в школе не может быть проблем. Я ж там полгода не была. А какие планы на сегодня? Ну, поеду на какую-то тусу или что-то вроде того. Супер! А с кем? Я готова! Ну что, едем? Ага! А кто нас повезет? О, малышки, привет! Ну что, готовы? Мадам! Здорово! Как ты? А вот и наш водитель. Ну что, едем? Смотрите, из него что, не вляпайтесь! Все равно вляпаются. Я знаю. Может, мне и правда... Подождите! Подожди, это ты ее повторяй за мной! Ты мне нравишь!
Он съедает психику и... Что? Отравляет. Отравляет мозг. Я разрушает, уже себе что-то придумал. Зак! Эти люди, они провалились на нас! Смотрите, ни во что не вляпайтесь! Все равно, все. Я просто думаю, что мы реально в школе, она учится. Чем ты снимаешь? Семью. Вы могли бы стать моими сестрами? У тебя нет семьи? Какой ужас! Мия! Садись! Сима! Ты чего? Мы заберем ее к себе. Будет нашей сестрой. Ура! Спасибо! Это бред! Не нужна она нам! Ну, Гвен, это же классно! Предки идут! А чего прячется? Пусть увидят. Дома расскажу. Давай ее оставим, пожалуйста. Ладно. Мы с мамой все сделали. Можем ехать домой. Пристегнитесь, девочки. Главное, ничего не забыть. Я все самое ценное взял. Нейт, ты что, в командировке будешь одни носки носить? А это что такое? О, мама, папа, привет! Что? Не надо на меня орать! Я же ваша дочечка! Сумасшедшая в доме! Удочерить. Сумасшедшая? Зачем нам еще один ребенок? Я сначала тоже не хотела ее сюда приглашать, но потом подумала, что она может вместо меня убирать, стирать, готовить. Короче, можно она с нами останется? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, вы придумали. И жалко выгонять девчонку. Мы сейчас уезжаем, а когда приедем, если все будет хорошо, можем ее оставить. Ура! Я буду с вами! Мия, пообещай, что будешь вести себя хорошо. Конечно, конечно! Эй! Куда это она? Вау! Комната большая! Медведь! Ты теперь мой друг! Я зову тебя Джастин! Сколько вещей! Сколько украшений! Зашибись! Мия! Ты что тут делаешь? Ой, ничего! Это я просто тут стою! Ты же выкинула наши вещи, золотые украшения! Тебе показалось! Ну иди сюда, противная! Это не я! Это с собой! Я не специально! Только не это! Какой ужас! Мне плохо! Я не буду туда подходить! Что такое? Смотрите! Фу! Это то, о чем я думаю! Ага! Мия! Да что? Ты что, обкакалась и не смыла? Ну, это случайно. И
макароны. Что противного? Это же Нутелла. Это не ребенок. Это какой-то монстр. Ну, она же маленькая. Я надеюсь, она больше ничего не сделает. Ой, как ножки болят. Совсем старенькая стала я. Что это такое? Бабуля, освежись! Ах ты, негодяйка! Перестань! Мне просто скучно! Лови снаряд! Бабуля, вы чего кричите? Вот, зараза! Балкона шары с водой кидают! Где? Нет! А вы ее знаете? Нет, нет, вы что? Мы ее вообще первый раз видим. Да? Ну, я сейчас вызову полицию. Пусть заберут эту обезьяну. Ловите водяную бомбу еще раз. Может, не надо в полицию, бабушка? Ага, с такими нужно быстро разбираться. Нам капец. Что же мне с тобой делать, Мия? Мистер полицейский, а может вы ее отпустите? Мия не виновата. Ага, конечно. Бабушка промокла, она могла заболеть. Так одеваться надо теплее. Такое поведение, Мия поедет на исправительную работу. Что? Да Мия хороший ребенок. Да-да, преувеличиваете. Она очень любит бабушек и дедушек. Смотрите! Это наша семья. Я, Валентина и родители. Да как ты посмела? Это мои документы! Упс. Все! Я сейчас же звоню и Мия уезжает на исправительной работе. Мистер полицейский, может мы и договоримся? Вы хотите мне денег предложить? А, нет, у нас нет денег. Ладно, тогда уберитесь у меня в кабинете и полы вымойте, пыль вытрите, а то мне лень. Ура, надеюсь, это поможет. Ну что, классное вам занятие придумала? Мия, молчи. Сколько тут проводов? Офигеть. Мия, ничего там не трогай. Что за запах? Не трогай нас. Ну скажите, куда мы идем? В детский дом, там тебе место. Мы не справляемся с такой бешеной, как ты. Сестра нам не нужна больше, хватит. Ой, девочки, а может быть почитаем? Нет, не хочу, я хочу машинки и гвоздь. Ну за что? Почему меня вернули сюда? Пропажа нашлась. Ты где шлялась? Меня приняли в семью. А потом ты их завела, и они тебя вернули. А ну закройся. Причастите, уберите ее. Мия быстро успокоилась, а то ты так никакую семью не найдешь. Здравствуйте, мы бы хотели удочерить ребенка. Но сначала хотели бы попробовать провести с ней время. Конечно, конечно, выбирайте. Детишки, улыбайтесь. Ой, а этой девочке, наверное, тут грустно. Дорогая, а давай ее заберем. Да-да, забирайте это чудо. Отлично, идем, малышка. Лузеры! Меня забирают! А вы так тут и останетесь! Ну что, делаем ставки? Я думаю, ее вернут послезавтра. Ой, хоть бы до вечера продержалась. Что-то мне не по себе. Да забей, мы с Мией не справлялись. У нее будет, я думаю, хорошая семья, у которой получится ее воспитать. Эх, надеюсь. Вау,
это за ребенок такой? Мир, успокойся! Давайте за мной! Ой, иди сюда! Крис, нужно ее остановить! Нет, никто меня не догонит! Попалась! Что такое? Рука болит! Кажется, я на руку упала! Крис, нужно вызвать врача! У нас тут по соседству есть поликлиника. Я сейчас... Ай, рука! Минечка, дай посмотрю. Ай, не трогай, так еще хуже. Прости. Вот врач, она поможет. Малышка, иди ко мне, я тебе помогу. Ай, нет! Не стой! А у меня рука уже не болит. О, видите? Ох ты, обманщица! Кажется, у этой девчонки проблемы с головой. Ай, нога! Врач, помогите! Она может тебе навредить! Кажется, я знаю, что делать. Меня же тошнит! Не крутите так быстро! О, вот теперь готово. Нет безопасности. И еще кое-что. О, вот теперь точно. Блин, родаки, спасибо, что так заботитесь обо мне. Зря я чудила. Это все было от радости. Уже пофиг. Ты отправляешься в детский дом. Как? Я не хочу туда. Нам не нужен такой ребенок. На, получай! Ах ты ж! Вот тебе ответочка! Ее нужно забрать. Тина, ну мы же договаривались, что так будет правильно. Нет, у меня реально плохое предчувствие. Девочки, а пацаны пришли? Вас что, клонировали? Вообще-то вы бледняшки. Мы пришли за ней. Эту тупицу забрали раньше вас. Блин, все-таки удочерили. Я так надеялась. Выгнали из дома, не захотели оставлять. Ну конечно, а кому ты нужна? Так, давай, снимай это. Снимай немедленно эту фигню. Девочки, а можно я у вас погощу? Мне так с вами понравилось. Ладно, может ты все-таки изменишься, и мы сможем тебя удочерить. Идемте тогда скажем воспитательнице. Ага. Блин. Почему только ее забирать? И чем она лучше нас? Нужно быть такой же отбитой, как Мия. На, понюхай. Офигела! Ты тоже отбитая! Мия, я к тебе. Пока, сестренка. Эй, ты куда? А, я на свидание с Заком. Еще чего? Мы... Вообще-то договаривались сидеть с Мелкой. Нам ее нужно воспитывать. А может ты это сама сделаешь? Офигела! Ты же сама хотела младшую сестру, а теперь валишь? Ой, ну все, хватит. Давай спросим у Мии, с кем она хочет сидеть. А давай. Мия, а я тут... Ты что, ураган был? Ладно, бей его, бей! Мия, как тебе? Я тебя накажу! Ну, вы тут разбирайтесь, а я пойду. Вот зараза! Мия, слушай сюда. Я тебя не наругаю за беспорядок, но ты должна будешь мне помочь испортить свидание Тины. Хочу, хочу, хочу! Отлично, но только после уборки. Так, спасибо, что пригласил меня на свидание. Я хотел сделать тебе приятно, поэтому устроил этот романтический вечер. Я люблю тебя. А, что это? Ты чего? Там что-то страшное. Сам ты страшный, офигел? Нет, ну и правда офигел. Вампир! Зак, за тобой еще один! Нет, не надо, пожалуйста! А, мне надо играть,
Мия! Да уж. Да вы офигели! Вы зачем Зака испугали? Вы мне всю свиданку взорвали, достали! Думала, будешь в кафешке сидеть, а мы дома убираться. Фигушки! Даже не подходите ко мне! Я не хочу с вами разговаривать! Блин, она и правда сильно расстроилась. Дина, ты еще обижаешься на нас? Уйдите! Ну, прости, мы же просто пошутили! Я из-за вас еще поссорилась с Заком по телефону! А за это можешь не переживать! Я ему в окно и кирпич с запиской кинула! Ой, и правда, Зак написал. Вот видишь, все хорошо! Мир! А теперь кушать мороженое и кататься на качелях! Я так рада, что у меня есть такая семья. Может, родители увидят, что мы справились, и ты будешь с нами? Дина, так нечестно. Она не сюда. Ну, как маленькие дети, честное слово. Это самый лучший день в моей жизни. Кажется, я нашла сестер. Мы тебя полюбили, малышка. А, это еще кто? Алло, да? Ого, поняла. Что случилось? Звонили из детдома, Мию снова хотят удочерить. Эй, а вы? Может, вы меня удочерите? Мы не можем, нужно ждать родителей. Это получается, мне снова придется вернуться в детский дом? О, нет! Нам очень жаль, Мия. Здорово, бандиты! О, ты опять тут? Нашу психованную в десятый раз выгнали! Заткнитесь! Меня хотя бы выбирают, не то что вас. Проходите. О, это к нам. Может, нам повезет? Ну и где же наша Мия? Ну и где наш карапузик? Вы тоже за мной пришли? Ну вставай, улыбайся, может, хоть они тебя заберут? Hello, чё надо? А хочешь с нами домой? Нет! Девочка шутит, а? Нет, я не шучу! Я поеду к Гвен и Фине, ясно? Хватит юморить, берите Мию и придемте в кабинет. Я знаю, это ты подожгла здание. Нет, я этого не делала. Коже, ты проблемный ребенок, поэтому от тебя все отказываются. Какой кошмар, и вы хотели нам ее подсунуть. Ой, это я не про Мию, это про Мили. Все ясно, мы уходим. У вас ужасный детский дом и дети ужасные. Ривидерчи. Блин, кто меня за язык тянул? А ты, Мия, будешь наказана. Идемте, девочки. Но я не устраивала пожар. Нет, я здесь точно не останусь. Я сама поеду к своим девочкам. Эх, как же скучно без нашей Мии. Я ее так полюбила. Жаль, что мы ее сами не можем удочерить. Надеюсь, новые родители о ней позаботятся. Девчонки, скучали? Мия! Ой, ты вернулась, как тебя отпустили? А никак. Я решила, что буду тут, пока вы меня сами не выгоните. Ура! Это же такое место! Очень комфортно! Сейчас мы с ее покатаем! Ю-ху! Как круто! Ой, а кто это? Мама? Интересно, что они хотят? Я поговорю. Да, мам, у нас все хорошо. Мия? Мия, прекрасно. Надеемся, что вы ее удочерите. Ну все, пока. Девчонки, идемте в развлекательный центр. Я очень, очень хочу, ура! Ну все, погнали. Все, не хочу в детский дом. Я точно останусь здесь.
Ой, а что это там? Я милый зайчик, иди поиграй со мной. О, вау, еще и зайка. Отпусти! Мелкая, ну ты где? Пора идти гулять. Тут ее нет. Мия пропала. Снова она что-то сделала. Нужно срочно в полицию. Что ж такое? Мистер полицейский! А, да-да, я работаю. Вы потеряли нашу будущую сестру. А, это вы? Те самые девки, которые утром были? Да-да, это мы. Помогите нам. Найдите Мию. Нашу Мию. Вот фото. Помню. Хорошо. У нас тут детский дом рядом. Схожу, спрошу, что там. Ого, спасибо. Вот, это может быть одна из них. Вы серьезно? Это же близняшки. Приветик! Вы нас удочерите? Ну что, вам подходит? Можете две, можете одну. Сумасшедший! Мы ищем Мию! Вы тут фигней страдаете! Быстро помогите нам! Ах, вы противная! Ну быстро за мной! Я вам сейчас покажу! Пошли быстро! Да что вам от нас надо? Вы такой полицейский! Отпустите! Мы сами Мию найдем! За оскорбление будете убираться здесь, чтоб к моему приходу была кристальная чистота! Да сейчас! Я на исправительные работы отправлю вас вместо Мии, ясно? Только не паутина! Пока мы тут, Мия может попасть в беду! О, смотри, личные вещи полицейского! Он любит розовое барахло! Может, у него детская травма? А это что такое? Это что? Та самая стрелялка? Вы меня сюда притащили! Вы меня украли! Ты что, нас не узнала? Я узнала только зайца, за которым бежала, а вы меня схватили! Мы родители Гвен и Тины. Вот оно что! И что вам от меня нужно? Надо, чтобы ты исчезла. А, еще чего? Нам не нужен третий ребенок. Сделай так, чтобы девочки перехотели сестру. И эти денежки будут твои. Ого, прям все? Да, ну так что, ты согласна? Не знаю. Я согласна. Деньги получишь после того, как все сделаешь. Нет! Часть денег вперед, ясно? Ну ладно. Так бы и сразу. Мы точно не справимся с Мией. Может, в этот раз она не вернется. Чего грустим? Налетайте! Мия! Ты где была? Так я за пиццей ходила. Мы уже успели в полицию сбегать. Пугай нас так больше. Простите, девчонки, я больше так не буду. Кстати, откуда у тебя деньги? Кстати, да. Так я это украла. Это, конечно, вкусно, но воровать нельзя. Котен! Кто? Зак, ты с ним посмотришь по телефону, достал. Я к вам позже приду. Кажется, я знаю, что делать. А что? А это идея, точно? Давай за работу. Стой, у меня нет денег на это все. Можешь не переживать. Это не проблема. Мия, куда ты меня ведешь? Сейчас узнаешь. Снимайте маски. Тина? Поняла, что это? Я решила вам сделать примирительное свидание. Офигеть. И еще кое-что. Эту мелодию я посвящаю влюбленным.
Надеюсь, вы помиритесь. Тина, прости, я по телефону наговорил тебе, правда, много лишнего. И ты меня прости. Воу-воу, кажется, я тут лишняя. Счастье, любима! Нет, ты такая милая. А откуда деньги на это все? Так, не задавайте лишних вопросов, лучше кушайте. Ну ладно, попробуем. Так все аппетитно выглядит. Остро, остро! Зак, можно аккуратнее? Печет, печет! А вот, держи сок, забей! Сок тоже печет! Это что ж такое? Кажется, перец. А я, наверное, его случайно в еду рассыпала. Ты мелкая тупица, только все портишь. Нет, не ем. Еще раз ты скажешь про мою Мию, получишь. Да у меня из-за нее весь рот горит. Пошел вон, мы теперь точно расстаемся. Уходи. Что я наделала? Я и вправду все порчу. Все в порядке, идем. Тиночка, да забей ты на этого Зака. Я говорила, что он псих. Да я понимаю, но грустно все-таки. Ой. Девчонки, давайте развеемся и сходим в кино. А давайте, а то целый день собираемся и все никак не выйдем. А это там что такое лежит? Ай, ой, плохо. Что с тобой? Нужно в больницу. Уже все прошло, и в больницу не надо. О, ладно, тогда собираемся и в кино. У нас сегодня день сестер. Идем? Да. Чуть не спалилась. Ну что? Мия, что за дела? Какое кино? Или ты забыла, о чем мы договаривались? Да помню, я помню. В кино все сделаю. Смотри мне, а то деньги заберем. И все, что потратила, придется вернуть. Давай, садись, Мия. О, как раз посерединке между нами. Не-не-не, а я лучше тут с краю сяду. Ну ладно. Так. Так я рада, что мне теперь будет не одна сестра, а целых две. Ага. А я-то как рада. Ух. Эх, классно, что на мультик пошли. Все ради нашей Мии. Правда классно, малышка? Мия? Только не говори, что Мия снова пропала! Я уже схожу с ума, я не выдерживаю. Ну ладно, давай не нервничать раньше времени. Может, она пошла за добавкой попкорна? И что делать? В туалете ее нет. О, идем продавца спросим. Вдруг что-то видела. Здравствуйте. Приветствуем вас в нашем мини-магазине. Нам нужна ваша помощь. Можете купить у нас вкусный попкорн. Вы не поняли, у нас потерялась сестра. Вы ее видели? Я вам что тут, бюро находок? Я продаю попкорн. А ну быстро купили у меня что-то. А, так вы не видели нашу Мию? Ну все, вы мне достали! Пошли вон! Ничего не хотите покупать, только мозги мне пудрите! Как таких психов только берут на работу? Кажется, нужно звонить родителям, это уже не смешно! О, девочки, там это, я видел вашу Мию. Ух, значит она здесь! А мы уже подумали, с ней что-то случилось. Так нет же, с ней случилось. Мия попала в аварию. Мистер полицейский, вы очень странный, поэтому мы вам не верим. Я вам правду говорю. Мии с нами больше нет. Нужно сообщить в детский дом. Нет! Скажите, что это сон, я не верю! Это мы виноваты! Мы ее следили! Тина, что мы скажем родителям? Правду мы не уследили. Только мы виноваты в том, что случилось. А вот и мы. Девчонки, а чего вы такие грустные? Вы не рады, что мы приехали? А где эта ваша Мия? С ней все хорошо.
Или вы не справились и ее забрали? Мии больше нет. Как хорошо, она не будет с нами жить. Мия, наверное, сама ушла, да? Нет, мы были в кино. Она выбежала и попала в аварию. Как? Не может быть. Пришел полицейский и сказал, что Мии больше нет. Какой ужас! Неужели это мы виноваты, Кристи? Бедная малышка. Она ушла из нашей семьи, но не тем путем. Вот блин, и зачем мы это все затеяли? Как мне теперь жить с этим грузом? Мама, я вижу, что ты тоже очень расстроилась. Ты не знала Мии так, как мы. А тебе она, видимо, тоже понравилась с первого взгляда. Какой ужас! Когда похорон? Мы должны сходить и попрощаться с малышкой. Миссис Синди, когда уже нас удочерят? Откуда я знаю? Миссис Синди, ну сделайте что-нибудь, мы хотим семью! Да у нас вообще какой-то несчастливый детский дом! Достали! Здравствуйте, у меня плохие новости. Что такое? Нам в детский дом еще одного сумасшедшего ребенка дадут? Мия у вас жила? Да, это ужас, а не ребенок. Ее больше нет. Она попала в аварию. Вы можете сходить на похороны, попрощаться с ней. Мы боимся! Я лучше тут останусь! Миечка, мы так любили! Как теперь без тебя? Ты бы точно стала нашей сестрой! Если бы не наша просьба, она бы, возможно, осталась бы живой! Береги себя! Мы не знаем, что там произошло на самом деле! Ты была самым противным ребенком, но лучше бы ты осталась жива и дальше капризничала. Это, наверное, директор детского дома, миссис Синди. Прости, что мы не понимали, как ты нам дорога, пока была жива. Для нее это тоже большая потеря. Мам, пап, мы, наверное, больше не хотим братиков и сестричек. Мы не сможем за ними хорошо следить. Да, миссис Синди, не думала, что вы будете за мной так плакать. Мия, ты? Может, это ее дух? Какой дух? Я жива! Этот спектакль был для того, чтобы вы избавились от желания заводить сестру. Нет! О! Это же вы попросили что-то придумать, да, миссис Кристи? Мам, пап, вы ненормальные? Вам скучно живется? Вы хоть знаете, что мы пережили? Да мы так переживаем! Я не это имела в виду! Вы страшно! Вы не думаете так! Вы не думали вам! Это как так жарко было! Вы что, ты не тоже? Вы вообще жили в детском доме! А ты, Мия, вали отсюда, мальчица! Не идем отсюда! Эта семейка ненормальная. Да-да-да, только денежку заберу! Я вообще больше не хочу с вами жить! Я... Мия! Ты жива? Ага, специально ждала, чтобы вас доставать. Офигеть! Да уж, Мия, я даже не знаю, что сказать. А за мной никто не приходил? Может, меня кто-то хочет удочерить? Мия! Тебе до 18 лет сидеть тут! Никто не захочет тебя брать, тем более с твоими выходками. Здравствуйте, я тут подумал и хотел бы взять ребенка. Ой, мистер полицейский, это же прекрасно! Ого, вы снова хотите меня забрать? Нет, конечно, о тебе я уже наслышан. Я бы вот близняшек взял. Ура! Наконец-то! Мы согласны! Думаю, девочки вырастут отличными людьми рядом с вами. Ну что, Мия, теперь ты остаешься одна? И тебя скушает чудовище! Ах, так! Папа,
полицейский! Мы тебя любим! Пойдемте отметим. Зря я обидела девчонок. Эти деньги мне ни к чему, пока не исполнится 18. А вот девчонки меня любили по-настоящему. Это что мне еще тут 5 лет сидеть? Что я наделала? Блин! Всем привет, ребята! И сегодня у нас немножечко долгие съемки, не будет влога, поэтому вместо влога буду я. И сейчас я буду вместе с Тиной, которая ест мороженое, придумывать, как развеселить. Например, первое, это сейчас будет кувырок, а точнее колесо. Это буду я делать. И вы сейчас скажете, сколько из 10. Опа! Чё умею? Я считаю, это миллион из 10. Это миллион из 10. Что еще могу? Оп! Березка. Ой-ой-ой! Я похлопала. Всем привет! Еще я могу встать на голову. Не повторяйте этого дома. Руки сделали профессионалы. Все! И это была Мия. Оцените наш образ. Наша прическа у Мии. Вот такой вот мини-влог мы провели с вами. А теперь смотрите, блуперсы! Реально, чесноком от Мии. Я на свидание с Заком. Еще чего? Что я наделала? Блин! А мы так хотим второго ребенка! Ура, ура, ура! Вот и наша Миланка! Я твой новый папа, а это твоя новая мама! Привет! О, какая милашка! Фу, какая милавка! Вау, такой красивый плакат! А мы в детдоме из такой бумаги игрушки делали! Она кошмарная! Я не буду жить с этой дурой! Ну ты что, доченька, посмотри, какая она хорошенькая! Так, доча, это тебе там строительный шопинг! Вы что, хотите откупиться от родной дочери? Эй, меня слышите? Идем, доченька, у нас для тебя есть сюрприз! Пора сваливать из этого дурдома. Ура! Наконец-то я избавилась от этого дикого ребенка. Сюрприз! Чайная вечеринка! Я не люблю чай! Я люблю сок! Что ты делаешь? Я Бэтмен! И я лечу за сроком! И мы купим тебе сок. И арахисовую пасту! О, купим, все купим. Только успокойся и не переживай из-за ерунды. Ага. Какая вкуснятина. Возьму это. Возьму эти шоколадки. Мама, а купи шоколадку. Нет, это вредно для зубов.
Нет, Ева, мы же договаривались покупать только пасту и сок. Но я же все равно их возьму. Вот, мультифрукт. Ну что, тогда на кассу? Да. У вас все? Да-да, у нас все. Сейчас. Полиция! Полиция! Покажите сумку. У нас кража! Руки за спину! Я не виновата! Это какая-то ошибка! Да-да, конечно! А шоколадка сама в сумку залетела? Наверное, да! Не трогайте мою жену! Ваша жена преступница! Поговорим в суде! Это... Что это только что было? Доченька! Это твоих рук дело? Да! Я просто шоколадку хотела. Ты просто шоколадку хотела? Ну тогда ладно! Да? Ты же ребенок, нельзя тебе винить за это! Ладно, пойдем домой, там что-нибудь придумаем. Да. Да. А где мама? А, ну это, тут такое дело, да. Ой! Да она в тюрьме. Весело, наверное, и там. Что? Это, наверное, точно из-за этой дуры. Кэсси, не кричи на Еву! А ты чего ее защищаешь, а? Это из-за тебя, да? Да, ну я просто хотела нам сладости взять. Взять? То есть украсть, да? А я знала, что это ошибка. Я говорила, что это ошибка. Ничего не хотела, но она ведь еще маленькая. Это мне пофиг. Из-за этой бешеной козы у меня арестовали мать. Верните мне мать. Папа, она меня не любит. Чу-чу-чу-чу, ну что ты такое говоришь? Как тебя можно не любить? Как же я ненавижу эту овцу. Нафиг все вещи, которые ей купили родители. Эй, ну ты что делаешь, эй? Вещи твои выбрасываю, ты что, не видишь? Эй, зачем? А ну доставай мои вещи обратно! Да сейчас, сама лезь в мусорку и доставай свои вещи. Опача, а вот и супер шанс, чтобы избавиться от Евы. Эй, ты что делаешь? Отпусти, я боюсь, а! Ну что, чувствуешь себя на своем месте? А, я все папе расскажу. Да папа в жизни тебя не найдет. Так, ты что творишь? А я... Я не знаю, она сама туда попала. Сама залезла. Кэсси, хватит доставать сестру. Она мне не сестра, папа. Я твоя родная дочь. Доченька, с тобой все в порядке. Ева, доченька. Папа, там было так круто, поготови ей еще! Погнали, Евочка! Вперед! Папа, папа, папа! Смотри! А что там? Это школа для богатых! Я хочу туда, хочу! Ну, Евочка, у меня не хватит денег! Это ведь элитная школа! Я ее не потяну! Давай ты лучше пойдешь в обычную! Нет! Ну, раз хочешь, тогда пойдешь. Спасибо, папочка, ты лучший. Все для любимой дочери. Значит, придется продать машину. Это, наверное, покупатель. Да. Забирай. Моя малышка, как я теперь без тебя? Опа, ух ты, папа, класс, а это мне, да? Да, доченька, это тебе на школу. Круто! Вау, я пойду в школу с богатыми детьми! Oh.
клоуны, акробаты и дрессированные животные показывают разные трюки. Настоящие животные? Конечно, настоящие, не игрушечные же. Вау, никогда их не видела. А куда идти, куда идти, куда идти? Стой, сначала нужно купить билетик. Блин, но папа же продал свою машину любимую, чтобы дать мне денег. Ну, ладно, я пойду. Вот столько хватит? Мне хватит одной бумажки, а это все лишнее. Да берите, папиных денег ни на что не жалко. Офигеть. Давай руку, я тебя проведу. Сколько тут всего интересного! Ух ты, а это что такое? Это же сувениры, они несъедобные! Может, убить его? Я хочу кушать! Ура! Ура! Еда, еда, еда! Ну что так, есть можно! Ты что делаешь, Ника? Это же шкурки от бананов, которые ела горилла! Горилла? Настоящая? Где, где, где? Там! Фух, самый худший ребенок в мире. Словите новую. Где ты здесь видишь джунгли? Ее нужно покупать! Так купите! Ты ее выпустила, тебе ее и покупать! За 10 тысяч долларов! 10 тысяч долларов? Это же много! Очень-очень-очень много! Очень-очень-очень! У тебя есть один день, иначе тебе будет плохо! Зачем мне взять столько много денег? Такая дурацкая сестра. Пс, смотри, она идет. Эй, девочка, гони деньги. Но у меня же ничего нет. Ладно, фиг с тобой. Иди отсюда. Дай, побыстрее. Ну, что ты рыдаешь? Мы же тебя отпустили. У меня просто сеструха мерзкая. Мама из-за нее в тюрьме, а папа ей еще и дал денег. Денег дал? Ну да, он продал машину и все деньги ей отдал. А это очень много денег! Как тебя зовут, девочка? Я Кэсси. А я Ариэль, а это мой муж Тайлер. Кэсси, мы можем тебе помочь избавиться от твоей сестры. Прям избавиться? А это как? Заберем у нее все деньги, и она больше никогда не вернется к вам. Но это же как-то некрасиво. Ты лучше скажи, как твою сестру зовут. Ева, а мне за это ничего не будет? Ох, ну, если что, мы тебя даже не знаем. Все сделаем в лучшем виде. По рукам. По рукам. Ну, а теперь вали домой, девочка. Ура! Мы поднимем большие бабки! И без особых усилий. Так, я уже начинаю переживать за Еву. Куда она пропала? Понятия не имею. Так, надо позвонить в школу, точно! Так, где? Ну-ну, звони. Надеюсь, этой мелкой, мерзкой сестры больше со мной не будет. Алло, да. Здравствуйте, миссис директор. Что? Алло,
Я вас не слышу. Я отец Евы, я ищу свою дочь. А, что? Я вас не слышу. Вы что, звоните по бедняцкому телефону? Да какая разница, моя дочь Ева пропала! Кто? У нас нет никакой Евы. Как это нет? Может и есть, я не помню. А вот $1000 помогут мне вспомнить. Вы что, своих учеников не помните? Какие $1000? Ну нет, так нет. Все, мне пора, пока. Мне нужно бежать на маникюр. Хуже эти бедняки. Какой кошмар. Взять с них нечего. Ну где же эта девчонка? Сколько можно ждать? Терпение, дорогая, только терпение. А вот, видимо, и наш мешок с деньгами. Эй, Ева! Тише ты, какая Ева, нас же спалят! А откуда вы знаете, как меня зовут? Прости, милочка, перепутали, просто ты так похожа на нашу дочь Еву. Ой, я так по ней скучаю. Тише, тише, Ария. Эй, вот тоже только недавно стала дочерью. Что это с ней? Не знаю. Ты расстроила папу! Я потратила все деньги! Как же деньги? Я пошла в цирк вместо школы! Купила билет, потратила все деньги! Выпустила Гарри! А еще теперь должна $10,000! Не расстраивайся, Ева! Мы тебе поможем. Правда, поможете? Что ты уже придумала? Глянь на нее, она голая и босая, еще и денег должна. Ты глянь, какая она дикая. Я знаю, как навариться на ней другим способом. Ева, Ева, где же ты, девочка моя? Ого. Что это у вас за объявление? А я ищу свою приемную дочь и никогда найти не могу. Соболезную. Вы не видели эту девочку? Не видели? Нет? Нет, да, нет, не видел. За что мне это наказание? Я так любил эту девочку, а она пропала. Вы это, держитесь, а я, наверное, пойду. Ура, ура, ура! Я избавилась от этой дикой дуры! Ла-ла-ла-ла-ла! Теперь папа будет любить только меня! Осталось только освободить маму! Будет полная лапа! Иди сюда, Ева! Вот твоя табличка! Веди себя как дикарь! Как кто? Просто как обычно! Да, просто мы с тобой! Вот твоя шляпа. Вот. Сюда люди будут складывать деньги за твое шоу. Только не ешь их, пожалуйста. Кого, людей? Каких людей деньги не ешь? Ну а вдруг они вкусными будут? Ты потом на эти деньги себе столько сладостей купишь, оттуда наешься. Сладости. Так, так, начинай. Посмотри, сколько денег ты на... себе заработала. Молодчинка, вот тебе сумка для денег. Надеюсь, этого хватит на Гарри. Ева, малышка, ну теперь тебе же нужно выставиться, так сказать, в знак благодарности. А что это значит выставиться? Сейчас мы тебе покажем. Угостить? Это не значит выставиться. Сейчас мы будем заказывать что угодно. Класс! Жду не дождусь. Здравствуйте, что желаете заказать? А мне? Две курочки пиццы. Сию секунду.
Это лучший деликатес ресторана. Да-да, тебе все самое лучшее. А мы что? А мы по-скромному. Эй, человек, неси нам омары и стейки. И шашлык, и пиццу. И все эти пасты, и салаты, и сердце все. Вот это я объелся. Да, поели знатно. Я голодная, это невозможно есть. Ты просто ничего не понимаешь, высокая кухня. По счет, мистер. Спасибо, Ева, было очень вкусно. Нам пора. Пока-пока, Ева. Офигеть. Это же куча денег. Так. Ну, надеюсь, на гориллу мне еще хватит. Так, ну, вроде бы похоже. Ура, ура, Ева, Ева! Что ты перенулась? Здравствуйте, я нашел вашу дочь. Доченька моя! Опа! Но это ведь не моя дочь. Но у нас же копия этой девочки на фотке. Это не моя дочь, я все сказал. Эх, блин. Теперь я не получу премию за то, что разыскал ребенка. Давай сюда заколки. Я уже потерял надежду, что мы найдем Еву. Мы? Я ее даже не ищу. Кэсси, Ева моя дочь и твоя сестра. Да нафиг эту сестру, достался своей Евой, хватит ее искать. Не кричи на меня, я мой отец. А ты лучше бы маму освободил, а не эту дикарку искал. Ева непонятно куда пропала, а твоя мама мы знаем где. Она в тюрьме, в безопасности. Ты что, совсем больной? В тюрьме и в безопасности? А, ты что делаешь? Вот бы ты меня так любил, как свою девочку. Доченька, ну что ты выдумываешь? Я тоже тебя люблю. Я самый несчастный ребенок в этом мире. Мама в тюрьме, и мне вообще теперь не к кому обратиться. Я никому не нужна. Ох, эти подростки. Как с ними справляться? Ну и где искать эту девчонку? А, извините, вы не видели эту девочку? Эй, вы что, там оглохли? Обернитесь, это полиция! Какой ужас! Горилла! Настоящая! Мир сошел с ума! Мне за такой стресс не доплачивают! Нужно уже премию просить! Ура! Ура! Ой-ой-ой! Ой! Скоро верну деньги за гориллу и вернусь домой! Ага, вернешься домой, только без денег. Наивная, наивная Ева. Отдай сюда сумку! Отдайте, дяденька, здесь все мои деньги! Это наш район, а значит, деньги тоже наши! Отдай, или тебе плохо придется! Отдайте, или я вас покусаю! Проваливай с нашей территории! И больше никогда здесь не появляйся! Изи! Вот я лузер! И где мне теперь найти деньги на эту гориллу? Ты сказала гориллу? Ну, да, она сидела в клетке, ей стало скучно, мне стало ее жалко, а я решила ее выпустить. Офигеть! Так, а что ты плачешь? Сначала мне помогли заработать деньги, а потом какие-то злодеи меня взяли и обокрали. Зак, знакомая история, правда? Да, да, очень знакомая. А тебя как, кстати, зовут? Ева. Ева, а я Зак, это моя сестра Элис. Так вот, Ева, такие истории очень часто здесь повторяются. Да-да, твой незнакомцы сначала помогают заработать денег, а потом их же и забирают. Это что, получается, Риэль и Тайлер меня обокрали? Риэль и Тайлер тебе помогали? Так эта банда ворюк давно тут орудует. Ну и что
что теперь делать? Как мне вернуть деньги? Нам нужен план. Короче, план такой. Мы с Элли станем новыми жертвами этих бандюков. Круто! А ты, Ева, словишь их на горячем. Крутяк! Я словлю их на горячем, на горячем, на горячем! Ой, а что это значит? Блин, ну где же они? Вон, идут, начинаем. Нам хана! Что же нам теперь делать? Талер, смотри, новые жертвы. Чуть, ты опять, я еще от ресторана не отошел. Ева нас так накормила. Да забудь ты про эту Еву, погнали за новыми дурачками. Ладно, уговорила. Девочки, вы что плачете? Нас хотят выселить из квартиры. Да, нам очень-очень нужны деньги. Мы же хорошие. Тайлер, скажи, они так похожи на нашу дочурку и сына. Купи. Детки, мы вам сейчас поможем поднять бабла. Да? А как? Мы вам все-все покажем. Вам нужно достать деньги из кассы, а мы с Ариэль будем отвлекать продавца. Из кассы деньги? Ну это же воровство! Вы же хотели поднять бабки? Хотели. Ну тогда за работу! Что там упало? Можно аккуратнее? Ой, я так... Недотёпа, все из рук валится, да. А я слишком стар, чтобы ползать по полу на четвереньках. Ну, конечно, как всегда, все на мне. Касса на мне, распаковка товара на мне, руки клиента на мне. Блин, а если Ева затупит? Она же немного того. Нас тогда всех повяжут. Не хочу даже об этом думать, все будет хорошо. Вы что там трепаетесь? Давайте быстрее. Я не хочу в тюрьму. Брешь там. Мы уже все собрали. Подождите нас за дверь. Все на мне, все на мне. Это даже прикольно было. Да-да, адреналин фигачит только так. Эй, руки вверх. Быстро отдали все деньги. Блин. Уже на поле. Нужно позвонить в полицию. Алло, полиция. А тут ограбление возле продуктового магазина. Где ограбление? О, там. Побежали. Стоять! Руки вверх! Это все они. Это они ограбили кассу магазина, да? Да. Мы лишь хотели восстановить справедливость. Мне рассказали вашу схему. Теперь вы будете отрабатывать все, что украли с кассы магазина. Мы не виноваты! Ребята, не переживайте, с магазином рассчитаемся. А это вам премия за поимку особо опасных преступников. О, мы сможем сделать ремонт на нашем чердаке! Спасибо за звонок. Мы за Ариэль и Тайлером уже давно охотимся. Это так круто, что они теперь будут за решеткой. Знакомое у тебя лицо. А? Точно, ты! Это папа меня искал. Да, я сейчас сообщу ему, что ты нашлась. Ура! Круто, круто! Я попаду домой! 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 Ура! Ура! Домой! Алло, я вас слушаю. Привет, девочка. Это полиция. А твои родители дома? О, полиция. Никого нет дома. Тогда передаем, что ваша Ева нашлась. Никакую Еву не искали. И вообще, пусть никогда больше не возвращается домой. Чу, странно. Ладно, дети, всем спасибо. Езжайте теперь по домам. То есть я теперь не попаду домой? Не прости. А давайте купим конфет и объедимся. Ура, давайте! Горилла! Это что, сон? Ай, не сон! Нужно здесь тюли заплатить, то ограбление, то горилла. Ура!
Сейчас как объедимся сладости. Это же живая горилла, смотрите. Так это ты ее из цирка выпустила? Нужно срочно вернуть ее в цирк! Срочно! Горилла, стой, миленькая моя! Снежок мой пушистый! Это я! Ты меня помнишь? Да-да, это я выпустила тебя на прогулку! Но пора уже возвращаться домой. С помощью этой булки вымани гориллу. Иди ко мне, моя хорошая! Иди ко мне, моя маленькая! Капец, ты смелая! Ага. Спасибо, ребята! Теперь мне не придется нести деньги в цирк. Ну и поэтому они ваши. Ничего себе! Спасибо, Ева! Да, Ева, ты лучше! До встречи! Пока, друзья! Иди, моя хорошая! Иди со мной, иди со мной! Конечно. Что нужно делать? Нужно заплатить залог. Блин, мы ремонт хотели сделать. Зак, ну ты сравнил. Это же ее мама. Зак, я тебе обещаю, что мы с папой приедем и бесплатно вам сделаем тут ремонт. Сами? Да, папа у меня такой крутой, он все может. Только, пожалуйста, помогите. Мама из-за меня в тюрьме. Зак, ну давай поможем. Конечно. Зачем еще нужны друзья? Спасибо! Спасибо! Ой, я случайно! Вы самые лучшие! Идем, ремонт сделайте! Спасибо большое! Мамочка! 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 Я так по тебе соскучилась! Доченька, и я по тебе! Прости меня, мамочка! Это ведь из-за меня ты тут оказалась! Ничего страшного! Я на тебя не злюсь! Ты ведь моя любимая малышка! Как это мило! Вот, возьмите, это залог за Кити. Как вы меня растрогали! Не надо никакой залог! Если что, вас здесь не было. Господин полицейский, возьмите хоть что-нибудь. Вы нам сегодня целый день помогаете. Класс, спасибо. Куплю себе пончики. Ой, спасибо вам. Ну что, мамуль, поехали домой, нас уже там ждут. Я так мечтала попасть домой. Поехали скорее. Элис, Зак, а поехали с нами? Погнали! Сюрприз! А я вот тут маму привела и себя заодно. Мама! Ева! Я тебя, конечно, прощаю, но ты мне все еще не нравишься. Yeah! А еще у нас осталось куча денег! И мы теперь сказочно богатые! А это мои, не важно! Главное, что они раздадут свои деньги! А еще мы наконец-то все вместе! Да, все хорошо, пускай эта дура остается жить с нами. А давайте еще этих детей усыновим. Они ведь все-таки вытащили меня из тюрьмы. Элис, Зак. А давайте все вместе защекочем Кесси. Только не это. Элис, мы с вами вместе. С нами не соскучились.
Наши подписчики, самые любимые классные, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте колокольчик, потому что мы вас очень любим. Да, вы семья на самом-то деле, поэтому вам надо обязательно знать, какие у нас новые видео выходят. А сегодня мы сняли достаточно крутой ролик. Да, напишите в комментариях, как вам наш сегодняшний ролик. Заметили ли вы, что Ева сегодня такая дикая, странная, будто бы отбитая от мира, но при этом она очень добрая и хорошая. Согласны? Я заметил. Да, немножечко. Правда, ты заметил? Резонанс, я заметил. Очень интересно. А может, вот... Такие персонажи существуют же в реальности. Да. Есть ли у вас такие отбитые друзья, братья или сестры? Я думаю, сразу все про одного человека подумали. Гарри! Гарри. Нет, ну, не знаю как. Все ли блуперсы попадают в конечный результат? У нас есть наш друг, наш коллега Ариэль. Вот. Она? Нет, она не отбита, но она просто очень смешная. Да. И она всегда любит что-то смешное такое сделать, и всегда нам всем очень смешно с этого. Вот сегодня в буперсах, если вставят, посмотрите, как Швепс разбился. Банка просто упала, и все. Ну это круто. Иногда просто на импровизации получаются очень смешные, забавные кадры, которые остаются уже в... Для вас, ребята! Потому что мы вас любим! Да, мы вас любим. Ставьте лайки обязательно. Не, на самом деле это очень забавно, она может просто стоять на месте и просто ни с того ни с сего упасть. Упасть, ну, да. Это очень забавно. Но это неплохо. Это очень хорошо. Классно. Это добавляет шарма ее личности, это как ее харизма, можно сказать. Пожелать. А может, у вас есть другие знакомые, друзья, и истории смешные с этим связаны? Или, может, вы сами такие харизматичные и крутые ребята? Нет, я как-то застрял в заборе. Ну, у меня забор, понял, то вот, типа, с такими промежуточками. Я маленький был, и, типа, я вот что-то пролезал, и не долез. И потом, я дома, ору там, что-то, помогите, вот это, у меня во дворе. И папа выходит такой, смотрит, и, короче, он так, типа, раз, ну, чуть-чуть отдвигал. Ого, у тебя папа сидит. Не, ну там он аж ходит все равно, но я маленький, не мог это сделать. Типа, раздвинул, я там пролез. Надо было просто в другую сторону. Назад. А у вас, девочки, может, вы как-то падали смешно? У вас есть тоже друзья. Да, я на дереве как-то вылезла очень высоко и не могла сползти. И просто упала, как мешок прям. И звук такой был. Я думал, там пожарных вызывали, как этот, как котов спасают. Как я кота спасал. Ой, мы помним. Не, ну много бывает таких ситуаций, да, там можешь просто тоже на ровном месте взять, спотыкнуться и упасть, и все. Ребятки, напишите про свои вот такие вот странные какие-то истории. Возможно, вы попадали в какие-то такие ситуации. Возможно, вам за них стыдно, возможно, вам весело их вспоминать. Возможно, у вас есть друзья, которые попадали в такие истории. Да. Поэтому напишите, нам будет очень интересно почитать. И, скорее всего, в следующих влогах упомянем автора самой крутой истории. А вообще, хочется сказать, что... Что мы вас очень любим! Да, это да. Самые крутые подписчики! Мы вас любим, и вы самые крутые подписчики. Все правильно, Наид сказал. Я хотел сказать то, что не надо стыдиться, а наоборот, вот почему мы так по-теплому думаем про Ариэль. Она всегда смеется, с каждого раза, как упадет или что-то сделает, смеется. И вот вы тоже с таких небольших неудач смейтесь и будет жить. Это очень прикольно быть собой, не бояться того, что ты можешь где-то быть неуклюжим, где-то, возможно, каким-то кринжовым, как это говорится. Но мне кажется, это очень... Мне кажется, это очень классно, потому что мы все разные, это добавляет какой-то веселинки в нашу жизнь и разбавляет наши все будни. Как у вас там интернет так говорит, кринжово? Веселинка – это отлично. Так что да, не бойтесь. Самоирония – это признак уверенности в себе. Однозначно. Поэтому... И крутого подписчика. Да, и крутого подписчика. И мы у нас же крутые подписчики, поэтому... Поэтому все, пишите свои истории в комментарии, мы с вами пообщались, поговорили, будем читать ваши истории, а сейчас мы отправляем вас смотреть наши блуперсы! Я слишком стар, чтобы ползать по полу на четвереньках! Ха-ха-ха!
Да. Добрый путь, подружка! Эй, ты кого там добрый путь, подружка? Пишите в комментариях, пусть Крис играет бомжа. Пишите чаще.